Планшет Lenovo Yoga Tab 2 висит на заставке. Дальше заставки не идет. Необходимо его прошить. Чтобы прошить его, скачиваем прошивку 4 PDA. Распаковываем. Получаем папку с названием нашей прошивки. Здесь есть драйвера, здесь есть прошивальщик, здесь есть сама прошивка и инструкция. Извлекаем этот драйвер. Устанавливаем их. Везде далее. Совсем соглашаемся. И устанавливаем прошивальщик. Мы также в архиве его извлекаем и устанавливаем. Также везде жмем далее. Всему жмем все, что он спрашивает, доверять. Распаковываем сам прошивальщик. И распаковываем саму прошивку. Смотрим, вот она у нас в папке. И эту папку целиком, без изменения, нужно будет переместить в папку, в которую смотрит прошивальщик. Все, прошивальщик мы установили, драйвера все установили. Вот сама программа для прошивки. Файл. Опция. Ставим галочку на Force Spacing. Здесь ставим значение 500. Нажимаем ОК. Дальше. Нажимаем кнопку «Обзор». Идем в место, куда мы распаковали нашу прошивку. И вот эту всю папку, о которой говорили ранее, просто перемещаем. Заходим в эту папку. И нас интересует всего единственный файл. flash.xml. Нажимаем «Открыть». Далее подключаем наш планшет. Должна быть включена отладка по USB. Если планшет не включается и нужно его прошить, то зажимаете две клавиши вверх-вниз и подтыкаете его к компьютеру. Он должен определиться. Вот он у нас видится, нажимаем Start to Flash. В нашем конкретном случае планшет висел на заставке. Если планшет включается, его нужно прошить по какой-то причине, вирус, еще что-то такое. Для этого нужно включить отладку по USB. Компьютер начнет его видеть. Нажимаете Start to Flash, он определился бы в этом окне. Нажимаете повторно Start to Flash уже на самом аппарате и пойдет прошивка. Ждем окончания до 100%. Пока прошивается, еще разок пробежимся. Самое важное — поставить все драйвера, которые идут в комплекте, при этом совсем согласиться. Он будет говорить, что драйвера из непроверенных источников. Нажимаем все равно «Продолжить». Он может говорить, что какая-то цифровая подпись у драйверов отсутствует. Это также нужно будет нажать «Продолжить». Затем, после того, как установили все драйвера, ставите сам прошивальщик. Установив прошивальщик, он откроется. Нажимаем «Файл». Options, ставим галочку, пишем вместо 100 мегабайт, которые идут по умолчанию, 500 мегабайт, подключаем планшет, если он во включенном состоянии, то с включенной отладкой по USB, если он не включается либо висит на заставке, то с зажатыми клавишами плюс-минус. Ждем окончания. Вот еще важный момент. Иногда прошивка зависает на каких-то процентах и дальше не идет.
но это лишь кажется, что он дальше не идет. Выполняются какие-то скрипты, копируются какие-то файлы, что-то делается. Прерывать ни в коем случае, стоп, нажимать ни в коем случае, потому что велика вероятность получить кирпич. Причем вероятность настолько велика, что лучше даже не пробовать. Нужно дождаться 100%, полоска будет зеленой, затем можно отсоединить планшет, включить его как первый раз, настроить, он сбросит все ваши настройки, все абсолютно удалится, кстати, во время прошивки. И если вдруг не включается, тогда плюс зажимаете и включаете, попадаете в рекавери, делаете вайп, то есть сброс до заводских настроек, затем планшет включится. Такое иногда, к сожалению, бывает. В принципе, и все.